Всем привет! Сегодня я вам покажу, как правильно зарядить дополнительные аккумуляторы вот, на случай неблагоприятных погодных условий, ну и также для работы в ночное время. Значит, имеется основной аккумулятор, вот получается 60 ампер-часовой. Вот, после того, как зарядка происходит и достигает примерно 97%, как в данном случае, вот. На батарею идет 2,4 ампера, хотя панели вырабатывают 2,8 ампер. То есть вот видим, что сейчас напряжение 22,6 вольт. Вот. А на батарею у нас идет всего-то сейчас 14,7 вольт. Вот. То есть разница между 22 и 14 вольтами, она как бы вообще не используется, теряется. То есть эффективность имеющейся солнечной электростанции, она снижается. Вот. Для того, чтобы зарядить, значит, дополнительные аккумуляторы, есть возможность просто переключать, значит, с контроллер вот, с заряда вот, с одного аккумулятора на другой, в настройках меняя параметры емкости. Вот, для того, чтобы не переключать клеммы с аккумулятора на аккумулятор и не сбрасывать счетчик энергии. Вот мы видим, здесь вот у нас ведется учет разряда. Вот в данном случае у нас за день разряд составил 22 кВт в час. 0,22 кВт в час, и зарядка 0,5 кВт в час у нас составила. Вот. Также эти данные можно отправлять в облако, осуществлять аналитику, анализ. Вот. Значит, мы можем вместо переключения клемм использовать автомобильный, вот, получается, зарядное устройство. Вот, одной компании. Так, вот, отечественный. Вот. Значит, сейчас мы видели, у нас идет на загрузку. Сейчас посмотрим. На загрузку у нас идет 0,4 ампера. То есть у нас сейчас вообще ничего нет. Подключаем, получается, зарядное устройство. Оно импульсное. Вот. То есть они на основе трансформаторов там. Вот, поэтому оно нормально, в принципе, работает с инвертором. Инвертор у нас начал работать от сети 220, ну, представляет сеть 220 вольт. Вот, заряд у нас идет 96, то есть на аккумулятор это не изменилось, подаваемое, получается, сила тока. На ну, с батареи получается, вот мы видим, ток 22 упал на 18. То есть мы можем еще увеличить, получается, подаваемый ток на аккумулятор, не превышая 10% его емкости. Вот в таких вот зарядных устройствах есть такая фишка. У них иногда не работает, получается, вот эта ручка. Вот. То есть может случиться так, что вот видите, упало. Вот я навязал такую вот, получается, резинку. Ее поддеваем. И оп, у нас пошло напряжение. Ой, сила тока у нас пошла. Вот. Мы можем, получается, заряжать аккумулятор от солнца. Вот, не используя городскую электросеть. Вот. Таким вот образом. Вот мы можем просто вот, в соответствии с документацией от зарядного устройства, заряжать соответствующие аккумуляторы. Вот. И при этом не сбивая статистику, которая отправляется в облако. Вот. Так что спасибо за просмотр.